Паша, мы начали хотят уже купить его, видишь, здесь. Три даю, Крис. Три даю, я отдаешь. Три 200 даю. А здесь, прямо здесь, Русь? Да, да, да. Ну ладно. Сейчас отсчитывать начинаю, аванс. Хотя нахер, она же на бляхах. Так вот, она должна вообще 2,5. Полторуху стоить. Красная цена. Нет, это 1450. И это на ходу, когда, Крис. А? Что это? Там крестовина размотилась. Надо сейчас проволокой примотать. Кардан висит? Кардан надо примотать, блин, сейчас и так начнет. Так, а какой это? Передний? Передний? Ну, а тут спереди блин, какие? А хаба уже нету, да? Там масло полетело. Крис хочет, хотел самый первый Татру тащить. А это он срезать решил, да? Не, это он, что тут было? Это он искал. А тут стоит вот такая Кия урезана двухдверно. Крис дергает, и хрусь, и все. Даже Татру не надо. То есть это Кия разорвала? Да, маленькая Кия. Я когда-то там застряла еще, потом зона ушла. Поебаться, небось, приехали в такую погоду. Это мы одно в голове. Ну мы же тоже приехали поебаться. Мы тоже, да. Только мы по-взрослому. Смотри, какой он позе, смотри, подожди, я сфоткаю. Пристраивайся. Да. Отойди, Юра, отойди. Красиво. Да? Ну посмотри, под мостом. Навоз попал? Так Крис испугался, когда хрустнул. Хрустовина лопнула.